Каждый день от 10 до 50 человек расплачиваются у нас с помощью Доккоин, и число наших клиентов выросло на 45%. Это намного проще, чем оплата наличными. На все уходит не более 5 секунд. Сегодня мы в самом центре Эстонии, в городе Тарту, чтобы узнать, как Доккоин полностью изменил жизнь одной армянской семьи, владельцев ресторана «Смайл». 8 лет назад они эмигрировали в Эстонию и начали с того, что стали готовить еду для друзей у себя дома. Когда их блюда начали набирать популярность, они решили открыть свой ресторан. Меня зовут Альбина. Я из семьи, открывшей этот ресторан. Уже 3 года я работаю здесь официанткой каждый день с утра и до вечера. Это место стало для меня вторым домом. Мы открыли свои двери 17 сентября 2017 года. В тот день моя мама и бабушка готовили на кухне, а я была единственной официанткой в зале на 30 человек. Это был мой первый день. Я разносила заказы и готовила кофе. До переезда в Эстонию у нас уже был один ресторан в Армении и еще один в Грузии. Затем мы их продали, переехали сюда, и спустя 5 лет тяжелой работы решили открыть третий. До этого мы работали дома, готовя еду для друзей и знакомых. Они и посоветовали нам открыть ресторан. Мы подаем блюда армянской и грузинской кухни, приготовленные по семейным рецептам, которые перешли к нам от наших прапрабабушек. Это традиционные армянские и грузинские блюда. Именно так их готовят в этих странах. Мы стали принимать платежи с помощью DuckPay в ноябре 2018-го, когда мой брат решил начать сотрудничать с этой компанией. И у нас сразу появились новые покупатели. Многие стали заходить, чтобы узнать о новом способе платежей, о том, как им пользоваться. Я могу сказать, что число наших клиентов выросло на 45%. Каждый день от 10 до 50 человек расплачиваются у нас с помощью Доккоин. Кто-то приходит каждый день, кто-то пару раз в неделю. Также многие заходят, увидев объявление на витрине. Спрашивают о том, как это работает и как можно присоединиться. Прием платежей в Доккоин – это простой процесс, состоящий из 3 этапов. Сначала Альбина вводит стоимость еды в приложение DuckPay. Покупатель открывает у себя приложение DuckWallet и сканирует QR-код. DuckWallet отображает детали платежа, и как только покупатель жмет «Подтвердить», происходит транзакция. Рост числа покупателей позволил Smile Cafe полностью обновить свой интерьер, что привело к еще большему росту числа клиентов. Это намного проще, чем оплата наличными. Обычно все занимает около 5 секунд. Однажды на обед к нам заглянул пожилой мужчина, которому было должно быть в районе 80 лет. Он обратился ко мне, сказав, что хочет начать пользоваться Доккоин. Я попросила брата помочь ему, и теперь он и его пожилая жена — наши постоянные клиенты. Каждый раз, когда они заходят, я очень рада наблюдать, как пожилые люди используют современные технологии, интересуются ими. Smile Cafe приглашает попробовать их блюда армянской кухни в Тарту, Эстония. Если вы также хотите начать принимать платежи в Доккоин, загляните на duckpay.io. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Доккоин.